Передача! Передачу! Задача! Прямо! Право до конца! Всем привет, друзья! Сегодня очередной выпуск «Будни Сироса» называется «Езда без масла на Огане». Машина прошла сколько без масла, неизвестно, но потом чухнули только когда уже коробка заклинила. То есть передачу включают и машина стопорится и не едет. Естественно, сначала мы проверили уровень масла, его не было. Затем мы сняли крышку пятой передачи. И после того, как мы сняли крышку пятой передачи, мы увидели, что, собственно, случилось. Смотрим. В первую очередь, вилка включения пятой передачи. Мы видим, вот тут пластикового наконечника уже нету. Здесь пластиковый наконечник расплавился, и он стек в коробку. Соответственно, вилку менять. Муфта у нас подогретая, но посмотрим еще. Далее. Лейка пятой передачи. Она совсем оплавилась, и она даже затекла немного в подшипник. Также тут у подшипника расплавился сам сепаратор. Вот, видно очень хорошо. И, наконец, самое интересное, почему коробка заклинила. Мы еще потом ее разберем, еще покажем. Но пока что мы увидели. Это ступица, синхронизатор и шестерни пятой передачи, а также втулка и шайба. Это стало одной большой запчастью. То есть это все прикипело, совместилось. Вот. Никаким образом не снимается. Вот шайбу я сбил. Уже хорошо. Но втулка там... Вот эта втулка должна от рук у меня сейчас спокойно слезть, она, естественно, не снимается. То есть вот это вот крутые последствия, все тут прикипело. Сейчас будем дальше разбирать и посмотрим. Итак, друзья, мы вскрыли коробку, и в принципе, что удивительно, насколько живучие коробки бывают. Внутри у нас повреждений сильных нет. Вот, тут видно, что подогревалась, конечно, коробочка. Сейчас я немножко отмою очиститель. Просматриваем обязательно синхронизаторы, чтобы они у нас не продавлены были, люфты у шестеренок. Мы так все, в принципе, посмотрели, у нас все в достаточно приличном состоянии. Это удивительно, это прям удивительно. Будем менять два задних подшипника, естественно, муфту, ступицу пятой передачи и шестерни две заменим. Наверное, сразу на шестерню с другим передачным числом, но это посмотрим. И вилку пятой передачи. Поэтому, друзья, нельзя ездить без масла, но это очевидно, но если услышали первые признаки на пятой передаче, свист, шум дополнительный, или же даже на холостых оборотах, иногда бывает слышно шелестение. Это шелестение идет у нас как раз муфта по вилке трет. Это говорит о том, что пластиковые насадки у нас либо уже сточились, либо сплавились, утекли в коробку, как в нашем случае, и идет вот этот шелест, то есть звук муфты по вилке. Вилку тоже будем менять, они сейчас, кстати, недорогие. Вот. Ну и в принципе все. А виной, как вы думаете, что было виной на этой коробке? Почему она ехала без масла? Пишите обязательно в комментариях. Но я думаю, ответ очевиден. Все об этом знают. Все об этом знают. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, следите за маслом в коробке.